Программа семейного материнского капитала заработала в 2007 году и действовала по трем направлениям. Деньги можно потратить на будущую пенсию мамы, на учебу детей или улучшить свои жилищные условия. Обналичивание средств в то время исключалось. Позже закон был модифицирован, и у родителей появилась возможность воспользоваться частью денег. Так, к примеру, в настоящее время можно получить 25 тысяч единовременно. Кроме того, с 2016 года средства семейного материнского капитала можно использовать по новому направлению. Расходование денег на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Перечень, который есть в индивидуальной программе, он порядка 50 наименований. Утвержден в апреле месяце этого года, то есть поэтому там можно что-то подобрать для своего ребеночка, там вплоть ванны, там ходунки, подставочки. Перечень товаров и услуг для реабилитации ребенка включает в себя еще и многое другое. Это и специальные поручни в квартире, функциональные кровати, массажные столы, велосипеды для детей с ДЦП, подъемные устройства и так далее. Родители могут в любое время направить средства материнского капитала на нужды ребенка-инвалида, не дожидаясь его трехлетнего возраста. Первое, что они делают, значит, идут в поликлинику, где им дают направление в медико-социальную экспертизу. После этого в медико-социальной экспертизе их заносят в индивидуальную программу реабилитации и интеграции. Сроков подачи заявлений на распоряжение семейным материнским капиталом на нужды ребенка-инвалида нет. Новое направление государственной программы, напомню, запущено в 2016 году и будет развиваться.